такого достаточно нового поколения, еще советских, скажем, чекистов, которым уже вся эта советская коммунистическая идеология уже мешала откровенно. Они ее уже внутри себя презирали. Наконец-то они получили эту возможность создать такое же чекистское государство минус марксизм-ленинизм. Это такой ноу-хау. А метафизика советского поведения на глубже, чем всякая коммунистическая идеология. Вот советское и коммунистическое – это уже давно не синонимы, это разные вещи. А вот сейчас мы имеем дело с таким возрождением советского общественного поведения, уже не связанным с чуждой коммунистической идеологией. Лев Рубинштейн. Евгений Ас, пожалуйста. Вообще все, что связано с войной и вот со всей этой историей, все-таки это все лежит в русле этой процедуры вставания с колен. Да, ведь надо, по-моему, понимать, что вся эта история как-то, она не то чтобы сверху спущена, она, вообще-то говоря, имеет какую-то внутреннюю подоплеку. И не понадобилось даже какой-то особой пропагандистской кампании для того, чтобы...